«У нас не было детства и не было школы», рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Петр Александрович Горшков. В 10 лет он каждый день шел на работу наравне со взрослыми. Не доедали и не досыпали. О том трудном времени вспоминать тяжело, признается ветеран. Но забывать нельзя. Поэтому Петр Александрович решил издать книгу. Он выиграл грант на издание 3000 экземпляров. Называется «Горький хлеб тыла», которые будут розданы уже во всю область, по всем школам. А их у нас 697. Каждая библиотека получит эти книги. И, безусловно, на нас возлагается очень-очень серьезная ноша. Она для того, чтобы нашим малышам, нашим взрослым, детишкам, будем говорить то, что мы прожили. Первую книгу «Горький хлеб тыла» Петр Александрович подарил губернатору Самарской области. Ветеран в числе первых, кто удостоен юбилейной медали от имени президента России к 70-летию Победы. Глава региона Николай Меркушкин особенно отметил важность патриотического воспитания молодежи. Величие Победы, значимость Победы, в том числе для молодого поколения, она исключительно важна. Тем более сейчас заметно, что молодежь к этой дате и вообще к событиям, все, что связано с ветеранами, стало значительно внимательнее относиться. Сам праздник семисветия мы должны использовать еще, чтобы больше наши молодые люди прониклись в этими чувствами, прониклись в этой гордостью. Всего юбилейными медалями к 70-летию Победы от имени президента России награждены почти 50 тысяч жителей Самарской области. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, «События».